Вот какой новый забор поставили люди. Сейчас очень популярны такие заборы. Это бетонные столбики и деревянные потом досточки. Мне так нравятся вот эти домики. Я вам уже показывала их. Очень интересные. Самое интересное, что территория вот эта вот при домиках, перед домом, это их тоже частная территория. Оказывается, заезжать туда нельзя. А я однажды заехала. Но мы едем домой. Это я заехала, так сказать, мужу показать. И мы вот уже почти дома. Были в Икее. Купили новые матрасы. Укладываем новый матрас. Боже, вытащили старый. Вот у меня еще лежит мой старый. Какие же они тяжелые. О, дождь пустился. Сегодня голубая луна, но у нас ее не будет видно. Какие облака, посмотрите, нависают. Ой, не знаю, вот камера передает все-таки вот это. Такая вот какая-то необычная атмосфера. Просто, как сейчас говорят, инстаграмный вид. Лошадки пасутся. Те деревья с той стороны Рейнского канала, вот, которые вы видите. Здесь вот на поле сейчас пасутся лошади. Здесь вот ферма, Бурдарай. Там и старое здание вот спрятано за деревьями, такое аутентичное. И это новый домик, который построен, наверное, лет 10 назад. Красота. Первые желуди в этом году. Кто со мной давно, помните, я показывала, как строились эти дома. Это новые, вот им сейчас лет 5, наверное. Они все, кстати, с соломенной крышей.
Облака прям, знаете, вот какой-то сказочный мир. Где-то прочитала, что у Бога наша земля, она как голубая жемчужина. Вот мне нравится на украинском «перлина». Вот такая голубая перлина. И действительно, вот когда смотришь на такое небо, ну прям вот голубая жемчужина. Вот обратите внимание, все эти дома с соломенной крышей. Но там еще и солнечные батареи. Я видела фото, съемку, видеосъемку сверху. Их практически не видно, этих домов. Вот так хорошо замаскировались. Вспомнила старый анекдот. Ой. А это я подбирала своей племяннице прикид Outlook. Ну, в общем, вещички на осень. Первое, что увидела, вот эту джинсовую куртку. Смотрите, какая она необычная. Вот она в двух цветах. Ну, рубашки вот сейчас модные такие. Ну, исходя из того, что моя племянница любит, конечно. Брюки у меня дочка носит такие, а это вот такие кроксы видела, обалденные. А это я в магазине Рема. Тоже, кто со мной давно, знает, что это такой в Нидерландах большой магазин. Все для дома, товары для дома. Вот как вы думаете, что это? Это подушки, декоративные подушки. Смотрите, это баскетбольный мяч. Это регби мяч, это типа теннисный мяч. А те вначале это были такие ракушки, рачок-отшельник. Знаете, очень прикольные, мне понравились. Готовлю ужин. Форму смазала немного маслом растительным. Уложила брокколи сырую. И вот у меня вот такой вот филе лосося. Уложила его сверху, делаю заливку-подливку, яйца с молоком, заливаю, посолила, поперчила, и потом еще кладу моцареллу, вот такую маленькую, и в духовку на полчасика на 180 градусов. Вот такая смакота у нас получилась. Всем понравилось, даже дочка, которая не любит брокколи, съела с удовольствием.